эфире служба новостей «Саров-24» в студии Екатерина Апианова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Какие организации продолжат деятельность в период нерабочих дней? Новые изменения в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор Глеб Никитин. В памяти Константина Васильева 19 лет назад террористы захватили театральный центр на Дубровке. Арт-локация. В Сарове прошел живописный симпозиум в рамках программы «Территория культуры Росатома». Далее расскажем по всем подробно. Закупить все необходимые лекарства для лечения больных коронавирусом, увеличить охват тестирования, обеспечить сотрудникам 2 оплачиваемых выходных на вакцинацию, перевести работников старше 60 лет и тех, кто страдает хроническими заболеваниями, на удаленку на 4 недели, запретить развлекательные мероприятия и работу общепита в вечернее и ночное время во всех регионах, ввести систему QR-кодов для посещения организаций, перечень которых установит Кабмин и местные власти, отправить непривитых граждан старше 60 лет на самоизоляцию, а также усилить контроль за соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Такие поручения дал Владимир Путин по итогам коронавирусного совещания с правительством, которое состоялось на прошлой неделе. До 15 ноября губернатор должен доложить президенту о результатах. В Нижегородской области начались нерабочие дни. Напомним, они продлятся до 7 ноября. Салоны красоты с лицензией на медицинскую деятельность, а также организации, которые оказывают экскурсионные туристические услуги, продолжат функционировать в этот период. Соответствующие изменения в указ о режиме повышенной готовности внес губернатор Глеб Никитин. Кроме того, в список организаций, которые можно посещать по QR-коду и мультипасу, внесли мебельные центры. Нижегородцы без вакцинации не смогут поехать в командировку за пределы области. При этом в регион также не пустят в командировку жителей других областей без сертификатов о прививке или иммунизации. Использовать нерабочие дни для вакцинации от COVID-19 призвала россиян глава Роспотребнадзора Анна Попова. Это первый случай в истории человечества, когда пандемия может быть остановлена, потому что у нас есть вакцина. И вот эти 7 дней нужно использовать еще для того, чтобы привиться, сказала она. Минздрав России разрешил вакцинировать от COVID-19 кормящих мам спутником ВИ. Перед принятием решения о вакцинации кормящей женщины необходимо оценить риски и пользу от данной вакцинации, говорится в обновленной версии инструкции. Также Минздрав разрешил совмещать прививки от COVID-19 и грипп. До этого медики рекомендовали делать их с перерывом в месяц. Одновременная иммунизация не сопровождается усилением побочных реакций. Частота побочных реакций при совместном и раздельном их ведении не различается, пояснили в ведомстве. Напомним, записаться на вакцинацию можно через портал пациента на официальном сайте КБ-50, через портал госуслуги по телефону колл-центра 95511. За минувшие сутки в России зарегистрировали 37 930 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 769 в Нижегородской области. В Сарове за день заболели 80 человек. Из тех, кто госпитализирован, 12 в тяжелом состоянии, 6 в легком, остальные в средней степени тяжести. С 3 по 7 ноября в нашей стране пройдет международная просветительская акция «Большой этнографический диктант». Ее приурочили ко Дню народного единства. Принять участие в акции могут все желающие. Задание опубликуют в полночь 3 ноября на сайте miretno.ru. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В мессенджерах можно будет зарегистрироваться только по паспорту. Правила вступят в силу с 1 марта 2022 года. При регистрации мессенджеры будут обязаны запрашивать у пользователя номер телефона и направлять запрос мобильному оператору о владельце данного номера. В случае успешной проверки каждому пользователю присвоят уникальный идентификационный код, который необходимо обновлять при смене оператора сотовой связи. В случае отказа пользователя от услуг оператора связи, мессенджер должен будет в течение суток отключить его. Оказать правовую помощь жителям региона и повысить уровень правовой культуры населения. Акцию «По праву независим» проведут Центр правового консультирования граждан и юридических лиц совместно с Уполномоченным по правам человека в Нижегородской области. С 25 по 29 октября граждане и юридические лица смогут обратиться в Центр правового консультирования и получить бесплатные юридические консультации по многоканальному телефону 8 831 422 10-55. 19 лет назад чеченские боевики захватили театральный центр на Дубровке. Из 916 заложников, по официальным данным, погибли 130 человек. Среди них был уроженец Сарова Константин Васильев. Он добровольно вошел в захваченное здание, чтобы помочь тем, кто оказался в руках террористов. В этой школе номер 20 учился подполковник юстиции Константин Иванович Васильев. Он окончил Краснодарское военное училище ракетных войск. В 1997 году он поступил в военный университет Министерства обороны, служил в Иркутске и Чите.
А с 2000 года он проходил службу в Москве. Сейчас не все знают имя Константина Васильева. Но о теракте на Дубровке помнит вся Россия. Захват заложников на Дубровке в Москве начался 23 октября и продолжался до 26 октября 2002 года. Группа из 40 вооруженных чеченских боевиков в течение 3 дней удерживала 916 человек в здании театрального центра, работников, зрителей и актерский состав мюзикла «Норд-Ост». По официальным данным, погибли 130 человек. Услышав о захвате, Константин Васильев со служебным удостоверением вошел в здание и самовольно вступил в переговоры с террористами. Он хотел отдать себя в заложники, чтобы ценой своей жизни спасти других. Но боевики не поверили русскому подполковнику и расстреляли его. На момент смерти Константину Васильеву было всего 35 лет. Мама Константина, ныне покойная Надежда Степановна, добилась того, чтобы в Сарове, в 20-й школе, где учился ее сын, был устроен уголок памяти. В 2004 году подполковник Константин Иванович Васильев посмертно награжден Орденом Мужества. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Правительство расширяет льготную ипотеку. Кредит можно будет взять и на строительство частных домов. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства. Подробности далее. Программу льготной ипотеки в нашей стране запустили в прошлом году. Россияне могли взять кредит на покупку квартиры по ставке не выше 6,5% годовых. Максимальный размер суды составлял 12 миллионов рублей для Москвы, Санкт-Петербурга и их областей и 6 миллионов рублей для остальных регионов. В этом году условия программы изменились. По поручению президента правительство расширяет льготную ипотеку. Теперь эти средства можно направить на покупку частных домов. Программа была запущена в прошлом году как одна из мер поддержки людей и строительной отрасли. Она вызвала большой интерес у наших граждан, ведь приобрести квартиру у застройщика стало возможно по ставке не выше 7% годовых. И льготная ипотека была продлена еще на один год до 1 июля 2022 года. По решению президента государство помогает полностью или частично погасить ипотеку родителям, которые воспитывают 3 и более детей, при условии, что самый младший ребенок родился после 1 января 2019. В этом году на эти цели направят дополнительные средства. Каждая такая семья сможет получить 450 тысяч рублей. Сегодня дополнительно направлен 14,5 миллиардов рублей для компенсации им платежей по жилищным кредитам. Это позволит помочь более чем 32 тысячам многодетных родителей. По словам Михаила Мишустина, льготная ипотека стала одной из самых востребованных мер государственной поддержки. В связи с чем в текущем году правительство увеличило ее финансирование по сравнению с прошлым годом более чем в 1,5 раза. Практически до 69 миллиардов рублей. 22 октября на Варламовской дороге водитель, управляя автобусом ЛиАЗ, потерял управление, съехал с дороги и врезался в дерево. Чем еще запомнилось прошедшей неделе сотрудникам правопорядка? У дома номер 3 на Варламовской дороге водитель автобуса ЛиАЗ потерял управление, съехал в кювет и врезался в дерево. По показаниям ГИБДД, водитель не учел особенности и состояние транспортного средства. На место ДТП выезжала скорая медицинская помощь. Телесных повреждений у водителя не обнаружили, но диагностировали острую реакцию на стресс. В этом случае госпитализация мужчине не потребовалась. Также за прошедшую неделю зарегистрировано 2 ДТП с пострадавшими. На улице Большой Коммунальной водитель Mercedes-Benz выезжал с прилегающей территории и не уступил дорогу автомобилю Hyundai. В результате аварии водитель Hyundai получил телесные повреждения. Еще одно ДТП произошло по проспекту Ленина у дома 27. Водитель Форда двигался задним ходом по тротуару и наехал на пешехода, который шел по дороге. В результате ДТП женщина получила телесные повреждения. И сейчас она находится в больнице. За неделю сотрудники ГИБДД выявили 113 административных правонарушений в области безопасности дорожного движения. Из них больше всего случаев – это нарушение правил применения ремней безопасности или мотошлемов. Всего зарегистрировано 12 ДТП с материальным ущербом. Светлана Ярунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. В Сарове прошел живописный симпозиум «Арт-локация» в рамках программы «Территория культуры Росатома». За 2 дня художники написали достопримечательности Сарова и провели мастер-классы. Подробности далее.
Алексей Буртасенков работает в монументальном искусстве, жанрах исторической картины, пишет натюрморты, портреты и пейзажи. Его полотна хранят галереи разных стран мира. Секретами такого волшебного и чарующего искусства, как живопись, Алексей поделился с воспитанниками детской художественной школы. Трудно сказать, научить за 3 часа. Я думаю, все-таки учат педагоги. Педагоги очень серьезные у вас, я так уже вижу по их живописи. И много чего могут подсказать. Просто попробуем выявить слабые стороны, какие-то, может быть, упущения, которые со стороны виднее. Ребята должны были написать натюрморт акварелью за 3 часа. Юные саровчане старались ловить каждое слово именитого художника. Алексей Николаевич посетил наш город в рамках живописного симпозиума «Арт-локация». Его красоты он уже запечатлел на своих полотнах. Красивое место показали, где вот старая была дорога, которая вела к монастырю. И красивый вид открывается со стороны реки. А завтра еще до конца не определили сюжет, потому что и хочется и город написать, где творили создатели атомной бомбы, и в то же время и еще какие-то места с Серафимом Саровским. Поэтому трудно, вот хочется все ухватить, объять необъятное. Живописный симпозиум реализуют в рамках программы «Территория культуры Росатома». Его цель – зафиксировать художественный образ городов Росатома и их окрестностей. Образ, который через время принесет знания о нашей эпохе и людях, работавших в атомной отрасли. Наш город участвует в большом проекте, который охватил 10 городов присутствия Росатома. И мы 9-е в этом списке. То есть вот предварительный тур, вот этот десант художников, мы 9-й город, и уже очень близко итоговая выставка, которая пройдет в Москве, в госкорпорации «Росатом». Московская выставка станет кульминацией масштабного проекта. Теперь саровские достопримечательности пополнят живописную коллекцию государственной госкорпорации «Росатом». 25 октября во многих странах мира отмечают День художника. Праздник приурочили ко дню рождения Пабло Пикассо, которого знатоки живописи считают величайшим мастером прошлого века. О своем творческом пути и о том, что значит быть художником в 21 веке, нам рассказала саровская художница Александра Маркова-Ярошек. Рисовать Александра Маркова-Ярошек любила с детства. Училась на подготовительном отделении художественной школы, занималась на курсах дизайна и росписи по дереву. Самостоятельно изучала теорию, знакомилась с работами именитых мастеров и новичков. После окончания вуза стала работать инженером-программистом, но любимое занятие не оставила. Закончила курсы для взрослых в той же художке, отправилась в самостоятельное творческое плавание. Решение стать художником, я думаю, я уверена в этом, человек вообще не принимает никак. Это должно быть некая такая внутренняя большая потребность. Вот и все. А дальше просто работай. Давать название своему стилю Александра не хочет, говорить, что это дело других людей. Сама она характеризует его как смесь реализма, примитивизма и других жанров. Сейчас любимая ее тема – это портреты. На полотнах Александры ее дочь, друзья, знакомые. Любимому делу посвящена каждая свободная минута. Все, что остается после работы, все выходные, отпуска, все там. Это жизнь моя. Я не то чтобы там, это же не хобби, это просто моя вторая жизнь. Так как мы ходим на работу, так же я после работы занимаюсь вот этим всем. Среди покупателей работ Александры не только российские ценители. Ее работы хранятся в частных коллекциях в Канаде, США, ЮАР. Свои картины художница часто выставляет. Недавно в художественной галерее завершилась персональная выставка «Александра. Человек и кошка». Ее работы висят в выставочных залах Москвы и Санкт-Петербурга. Сложно в самом начале в эту среду как-то войти, потому что все равно, хочешь не хочешь, ты не придешь с улицы, да, и неизвестно кому, да, ты не знаешь, к кому идти, и тебя никто не знает, и, конечно, это очень все сложно. Но когда постепенно в эту среду ты вошел, ты познакомился с людьми, люди тебя познакомили с другими людьми, через художников знакомимся с людьми, которые устраивают выставки, постепенно. Часть работы Александра будет представлена на выставке «Художники Сарова» в художественной галерее. Ее должны были открыть на Ночь искусств 28 октября, но из-за новых коронавирусных ограничений сроки пока сдвинули. Тем не менее, у художницы много творческих планов и проектов, в том числе и в виртуальном пространстве. Екатерина Опенова, Андрей Махмутов, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе, смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей.